Отдохните на каникулах как следует. Наконец-то! Дождались! Летние каникулы! И все равно, начало летних каникул – это такое радостное событие! Ты и правда как ребенок. Странно такое слышать от реального ребенка. Что нам приготовить на ужин? Свинину с имбирем. Я хочу свинину с имбирем. То, что ты стоишь под разбрызгивателем, выглядит очень странно. Получай! Освежиться – лучшее средство от жары! Вот бы свинину с имбирем. Да-да, я понял.